Со школы одразу на хоккейную пляцовку. Зараз это такий маршрут у Даши Качура. Сюда ее приводить батька. Дочка хотела, и нам хотелось, чтобы дочка каталась. Вот потихонечку учится. Ну, сначала ролики не подходили, большие были, теперь нормально. Я здесь начала кататься. Каталась, дома училась, ходила по ламинату. Ну, спортила ламинат или нет, нормально? Нет, все нормально. А как-то площадку уже опробовала, каталась уже? Ну и как, расскажи. Хорошо. Тут и сапраўды ровное покрытие. Будаўнікі постарались. На базе этой пляцовки дзейнічае гурток, где вучат кататься на роликах. В Кличеве не было таких вот мест, где бы родители с детьми могли проводить досуг и время. И это как бы пошло. Коньки мы закупали не единожды. Детки очень с большим удовольствием идут зимой на эту площадку с родителями. У Клішеві кажуть, зараз модно отпочивать активно. Тому на хоккейную пляцовку приходят кататься с семьями, как у будні, так и у выходные дни. Здесь не столько спорт, сколько здоровый образ жизни. Это веселое препровождение времени на чистом воздухе, когда мороз, когда здорово, когда солнышко светит. И идут детки и днем, и что отрадно, идут дети подросткового возраста. Особенно площадка пользовалась популярностью тогда, когда студенты находятся на каникулах, это зимой. Как бы это в хорошем смысле слова тусовка для молодежи. У нас человек катается немного, может быть, в основном молодежь. Может быть, человек 30, может быть, 25, вот так. Давно катаетесь? По 2 года каждый катаемся. По два года. А где катались вообще? Место было где-то в центре? Нет, просто по Кличеву. Полин, давно на роликах катаешься? Да. Нравится? Да. А падала? Иногда. Больно? Да. А здесь уже падала или здесь хорошо кататься? Не падала. Потому что тут хорошая дорога. Зимой коньки, летом ролики и скейты. Это ожидание жыхароў Клішева ажыццявілася. Однако есть еще одно. Нам бы хотелось, конечно, осваивать игру хоккей. Вот, поэтому планируем хоккейную игру организовать. Для этого нам нужны, конечно же, специалисты. Ну и перспектива, наверное, увеличить количество катающихся на роликах. Свою хоккейную команду у Клішеві готовая собрать хоть завтра. Шмат тех, кто жадая устать на коньки и взять у руки клюшку. Наталья Ильинч, Александр Тарасов, новини региона.